очень приятная церемония. Если мы это решили включить именно в зале, почему? Могли, конечно, где-то организовать, посидеть, например, с ребятами, со всеми вызвать. Ну, и они заработанные потом, правильно, Руслан? Это звание заработанное потом. Это второй заслуженный мастер спорта у нас в зале. Первый Рашид, сейчас уже Расул идет. Второй заслуженный мастер спорта, давайте, поздравим его. Конечно, но это потолок по званию, знаешь ты, уже по званию, но не по результатам. По званию, да. По результатам уже, иншаллах, мы атаку уже. Правильно? Иншаллах. Это вещь обязательно олимпийская медаль должна быть, правильно же? Это заслуженный мастер спорта России, это потолок, корочки имеется в виду. И у нас еще одна приятная процедура Шамиля, нашего мастера спорта, правильно? И минимум олимпиада. И дальше уже украшен.